Реконструкция улицы Румянцева в городе Силламяя идет полным ходом. Строительные работы должны завершиться к 31 октября. Комментарий заведующего отделом строительства и землеустройства городского управы Силламяя Владимира Сокушева. Сейчас это один из основных объектов дорожного строительства в городе Силламяя. Работы ведет фирма «Виамер». Она нам хорошо известна. В частности, они делали реконструкцию улицы Ранна. На данном этапе выполнено порядка 20% работ из общего бюджета 1 140 000. Причем 630 тысяч – это дотация государства. Сейчас на объекте выполнены подготовительные работы и ведется укладка труб ливневой канализации. Есть некоторая задержка, которая была связана с тем, что поставка труб задержалась. Но подрядчик обещает, что как только будут уложены трубы, они привлекут сюда дополнительные силы и работы будут закончены вовремя. Что касается самих работ, то улица Румянцева коренным образом не изменится. Единственное заметные изменения будут на перекрестке улицы Румянцева и Чкалова. Там появится островок безопасности и изменится схема движения пешеходов. Что касается из работ, то будет уложено новое асфальтовое покрытие, основание, ливневая канализация и частично уличное освещение. Работы будут закончены 31 октября по договору. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.